песнь Богородицы, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой, о Боже, спасе моем. Презрено смирение рабы своя, все бот ныне ублажат мя все роди. Душа моя Господа, и возрадовался дух мой Боже, о Боже, спаси Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. У нас на камеру снимают. 4600. С праздником вас. С праздником. 4600. Мне бегать не дружно погулять. Я пошла попадем в историю. Попадем в историю. Ты руки только снимай, нас не снимай. Ты наши хоть морды. Таня, показывай на Успенский праздник. Ты там ходишь, что-то режешь, что-то режешь. О, Господи, да я же вроде бы старалась. Уйди, где он идет, я раз уже бегу. Да я уже не была. Капуста уже, да? Да. Лишь бы не надо. Здрасте.
театр. И мы попали. Не, ну в руках у кого-то. Может, это больше. А ну пойди там. Саш, гости приехали какие-нибудь? Кто? Гости. Какие? Ну, священные. Здесь? Да. Никто не видел никого. Это я там с тобой Слава Господу! Слава Господу!
патриарха Московского и всея Руси, и господина нашего высокопреосвященнейшего Исидора, митрополита Екатеринодарского и Кубанского, да поверит Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический и монашеский чин, братья святого храма сего, жертвователи, благоукрасители, труждающихся и поющих во святем храме сем, вас и всех православных христиан да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Священство, yeah.
Со страхом Божиим и верою приступите. Причастники, повторяем за мной слова молитвы перед святым причащением. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедший в мир грешное спасти, от них же первый есть аз. Еще верю, ко сие самое пречистое тело Твое, и сия и самая честная кровь Твоя. Молюся убо Тебе, помилуй мне прегрешение мое вольное и невольное. Я же в слове, я же в деле, я же в ведении и в неведении. Исподобуй меня неосужденно причаститися причистых Твоих тайн, Господи, во исцеление души и тела. Аминь. Вечери Твои тайные, дни Сыне Божий, причастниками обними, небо врагом Твоим тайну поем, не лобзаний кидам яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя. Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствие Твоем. Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь. Причащается честно. Причащается младенец Иоаким. Ну, кушай, Иоаким. Ну, кушай, кушай. Причащается младенец Никита. Причащается. Как зовут? Татьяна. Татьяна. Причащается. Как тебя зовут? Варя. А крестик твой где, Даша? Есть? Есть. Давай. Надежда. Причащается. Нина. Нина. Восстановление в Кирхлеве. Причащается. Татьяна. Причащается. Иулия. Восстановление в Кирхлеве. Причащается. Вы на исповеди были? Скажите. Зовут вас Кирхлеве. Thank you.
первое вам. Thank you.
Восставши морям, иди в горне осадчане, во град Иудо, и в ниде в дом Захарин, и целовай Елисавет, и бысь, яко услыша глас целования Марино, взыграйся, младенец, во чреве ее, и исполнися Духа Свята Елисавет. Возопи гласом верим и рече, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, и откуда мне сие? Да приди, Мати Господа моего, ко мне, все мы, якобысь, глаз целования Твоего во ушию моею, взыграйся, младенец, радощами во чреве мое, и блаженно веровавшая, яко будет совершение глаголом ей от Господа. И рече Марьям, величи душа моя Господа, и возрадовайся, дух мой, о Бозе спасе мое. Яко презре на смирение рабы свои я, себо отныне ублажат мя все роди. Яко сотвори мне величий сильный и свято имя Его. Прибыть же, Марьям, с ней, яко три месяцы, и возвратися дом свой. Господа, помолимся сердцами все. Господа, помолимся крестами все! Праздником храмовым! Господа, помолимся крестами все! Праздником храмовым! Подарим
Бога нашего, и всеславное славим успение Твое. Пречистая Матерь, проживая в доме Иоанна Богослова, часто ходила молиться на Елеонскую гору. Она не переставала стремиться к небу и молиться о переселении в небесные обители, чтобы там наслаждаться изозрением Сына Своего и Бога. И вот однажды, во время своей чистой молитвы, перед ней предстал архангел Гавриил с благодатной вестью о скором ее переселении на небо, о ее успении. Закроешь ты свои святые очи, уснешь ты, Матерь Господа Христа, и лика неземная красота, как солнце озарит от сумрак ночь. Прежде всех узнал эту весть Иоанн Богослов, а затем по воле Божией на светлых облаках со всех концов мира, где они проповедовали Божию, волю Божию, были доставлены апостолы из 12 и апостолы из числа 70. Уходит боль смирения, с печалью сердце молится, как тихий дождь, успение о Пречистой Богородице, в борении и кротости, познавши горе вдосталь, отдать пресветлой почести, пришли скорбя апостолы, а наверху трезвонится, к предвечное небо сине, восходит Богородица, прославленная в Сыне. О, Мать всех обиженных, Ты на своем престоле, молись за нас, униженных, сиротской нашей доли. Матерь Божья всех призывала к себе, утешая и наставляя каждого, обещала не оставлять мира в сиротстве и всегда внимать молитвам прибегающих к ней. И вот настал день успения Божьей Матери. Внезапно отверся покров дома, и свет божественной славы осенил всех присутствующих. В лучах небесного света все земное померкло. Сам Христос, окруженный соннами небесных сил, явился Пресвятой Матери и принял ее душу в свои руки. Погребение Божьей Матери было совершено в Гефсимании, как того желала Богородица. По воле Божией апостол Фома прибыл лишь на третий день по погребению тела Божьей Матери. Ему суждено было послужить открытию воскресения Богородицы. Когда был отвален камень от гроба, апостол Фома с остальными апостолами увидели, что во гробе лежала только плащаница с неизреченным благоуханием. Тела же Пречистого не было. По молитвам апостолам им было дано увидеть в тот же день Матерь Божию в воздушном пространстве, окруженную небесными силами, сказавшую: «Радуйтесь, я с вами есть во все дни». Так и есть и поныне. Кто из нас не чувствует, как близка Богоматерь нам среди бурного житейского моря? Как она скоро послушна, чтобы послать нам на помощь и утешение? О, Пречистая Божия Мать, сияние света непостижимого, источник и храм благодати, надежда грешных, стена нерушимая. И теперь, вспоминая Твоего успения час, мы взываем, Пресвятая, заступи, помилуй нас. Мира заступница, Матерь Всепетая, я пред Тобою с мольбой, если постигнут меня испытания, скорби, утраты, враги, в трудный час жизни, минуту страданий, Ты мне, молю, помоги. В молитвах неусыпающих Богородица предстательствует, за прибегающих к ней дает веру и утешение. Пресвятая Богородица, спаси нас! Спаси Господи вас. Спасибо. Можно с ними сфотографировать? Так, все? Все. В чем мы дальше? Вот так всегда. Ну, зачем? Это с благословения отца Андрея. Вот и по два сели, по одному. Кто будет сестры? А кто здесь стоит? Тут два сегодня. Яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение,
Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Христе Боже, благослови ясти и пяти рабом Твоим, яко святый си, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Присаживайтесь, с праздником, всем приятного аппетита. Мы не будем носить, лучше приготовим. Ну, целые. Да вытащите ему, вот прям положим. Да, давайте, да. Ну, пачка. Как в армии, слушай, там тоже для показухи наложат мясо в армии. А потом, когда давай сюда я положу. Снимают, ну, я ж хотел сам. Ну, давай. Хватит. Еще на так. Хватит, кому-то так достанется. Ложки, ну вот можно дать, а вас не ложки? А вот ложечки. В армии бывало и без лопа. Нет, там не надо. Там нельзя. А, да. Да.